Вот меня интересует вот это, что предметовое. Он, когда я его устанавливаю, получается, что прекращает заряжаться лимит. До половины доходит, он заряжает. Когда вы устанавливаете что? Когда я устанавливаю вот здесь вот вот этот вот менеджер, вот вот магазин, вот если я здесь делаю инсталл, то после перезагрузки получается, что десятка работает, а Linux до половины грузится и все. Это уже вы? Сейчас посмотрим. Может, там надо что-то подключить, отключить. Теперь я могу закрыть его, да? Да. Закрыть? Закрыть. Закрываю. Закрываю. Да. Сейчас мы компьютеры, я ничего не делаю. Всегда 2 это Windows 10, а тут расширенный раздел для своп и home. А 8 это на другом диске там. А это загрузочный раздел тоже на другом диске. А, это основной, да, только он что-то пишет 8, а у меня стоит Windows 10. В первую очередь надо Windows 10 поставить, а Linux на втором месте. Windows вверх поднимаем следующее, да? И 20 секундочку для выбора. Сохраняю, он говорит, какой-то надо текстовый файл сделать, ручка. Тут надо еще что-то, да? Ждем. А.
Перезагрузку ждем? Нет, мы просто ждем, когда загрузится программа. Ну, перезагружайтесь и мне перезвоните. Это можно сделать, да? Подождите секунду. Пароль надо? Зачем? Запечатать надо? Не нужно. Это папка для всех людей. Два раза. Просто кликните по нему левой кнопкой мышки. А, открыть территорию, да? О! Есть. Заработало. Все, заработало. Ну, закройте вот эту вот папочку загрузки. Ну, вставляйте. Вставляю. Ну, документы вставлю. Работает. Ну все нормально. Ну все, желаю вам удачи, всего доброго и с наступающим вас Новым годом. Пожалуйста. Спасибо.